Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатедвоечница школьная. Но, я вообще-то никогда двоечницей не была, не надо тут. И сегодня мы находимся там, где у детей самое любимое занятие – это ходить в школу на уроки. Ужас какой-то, прикинь, в школу на уроки любимое занятие. Мы находимся там, где у всех в школе семидневка. Прикинь, даже в воскресенье все в школу ходят, Кать, ну это уже хуже ада какого-то, честное слово, ну как это? И мы находимся там, где у всех учителей есть заслуженное звание «Лучший учитель года из страны». Слушайте, так мы в Сызрани находимся, ну точно, я узнала, у меня на самом деле в семье есть учителя, там через седьмое колено по колено, вон туда, вот прям далеко, и у меня все эти учителя уезжали в Сызрань, чтобы получить эту премию, лучший учитель года, страны, мира и вселенной, да, а еще все дети здесь такие умные, ну такие умные, даже не отдыхают, не гуляют, ничего, только учатся каждый день. А почему ты тогда в Сызрань не поехала учиться, если ты любишь учиться? Ну, я люблю учиться, но учителем-то я не хочу быть, и учеником до конца своей жизни я тоже не хочу быть. Слушай, вот это самая ужасная серия всего нашего сезона Майнкрафт. Но, господи, если в Сызрани дети учатся 7 дней в неделю, 365 дней в году, ребят, ну это земля вам пуховик, честное слово, это хуже, чем конец света. Да вообще не говори, это получается они ЕГЭ что ли каждый год пишут, и ОГЭ, и вот эти вот все экзамены, бедные дети. Скорее берите вещи и сваливайте оттуда. Ужас, ужас. Сызрань, до свидания, вот куда-куда, но в Сызрань мы точно не приедем. Спаси вот это и до свидания, бог Майнкрафта, не-не-не-не-не. Так. А, Г, Д, Ж, Б. Мне нужна буква Б. А, вот, Бог Майнкрафта. Вот, нашла книгу, сейчас мы про него все прочитаем. Читай, давай. Так, Бог Майнкрафта. Это Бог Майнкрафта, который существует в Майнкрафте, и его называют Бог Майнкрафта. Ну, это не та информация, которая нам нужна. Найди книгу, где можно найти этого Бога Майнкрафта, где он прячется. Так, сейчас подожди, тогда найти. О, вот, найти бога Майнкрафта. Его можно найти в комментариях. И все? Все. Сжигай к чертовой бабушке эту книгу и пошли в деревню, которую я заметил в начале этой серии. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как к нам спустился бог Майнкрафта и сказал то, что сегодня мы будем находиться в Сызрани. Только я не понимаю, как нас вообще занесло в Сызрань, где город учителей и город школьников. Да я даже не помню, когда я школу-то закончил. Это было, наверное, лет 4-5 назад. На кой черт мне обратно в школу-то возвращаться сегодня? Ну вот именно, я уже почти институт заканчиваю. Причем без школы-то? Не-не-не, я тут... Туда не хочу. Слушай, но в любом случае, если сегодня мы попали в эту деревню, значит, что-то мы здесь должны найти, чтобы отсюда выйти. Поэтому давай в первую очередь сразу же тебе предлагаю запиндюлить свою стракостанцию в этот дом и посмотреть, что там внутри. Я первая тогда. Если там злой учитель, кричи сразу же, хорошо? Слушай, ну тут безопасно, по крайней мере, какие-то сейфики и вот сундук. А в сундуке что? Математика написана. Ой, я не буду это брать, я математику не люблю. Не-не-не-не-не. Так, подожди. Чё, реально? Во всем сундуке тут всего лишь одна книга математика? Слушай, мне уже что-то не по себе. Давай пойдем, а? Так, а давай я ее лучше не буду открывать, я не хочу читать вот эти дьявольские заклинания. Пускай она у меня просто валяется, вдруг она нам пригодится. Закрывай вот эти демонские ворота. Так, заходи сюда внутрь и смотри, что там внутри. Да, вдруг пригодится там костер поджечь, например, да, листочки вот эти поджечь. Ага, ну, что это у нас тут такое? Для чего нам еще книга математики так сгодится? Это у нас портфель и портфель. Ну, мой фиолетовый, да? Ну, конечно, слушай, Кать, мне это, честно скажу, я не очень скучаю по школе, но когда нам дают портфели, когда нам дают книги, чтобы мы их туда складывали, это не предвещает ничего хорошего. Давай мы с тобой сейчас просто успокоимся, не будем делать поспешных выводов и просто примерим рюкзачок. А? Как тебе? О, розовенький-то какой! А ну, подожди, сейчас я давай примерю. Так, как куда? А, вот сюда, да? Опа! А ну? Ну, прям вообще красота. Ой, прям почти такой, как у меня в детстве был. Ну все, вот сейчас мы настоящие школьники, все, выходи. Да ну сплюнь, я не хочу быть школьницей. Ладно, давай зайдем в этот дом и посмотрим, что здесь. Еще один сундук. А в сундуке у нас книга «История».
О, историю я люблю. У меня в школе была пятерка по этому предмету. Ага, пятерка. Окей, давай быстро мне скажи, в каком году умер Петр Первый. Давай, вот моментально, год. Ну, подожди, подожди. Я не могу все года точно знать. Это ж когда было-то? Я школу давно закончила. Историю она знает. Да, конечно. Если бы знала, сразу бы сказала, когда Петр Первый вот это кокнулся. Опа. Здравствуйте! Вот первого нормального живого человека в городе увидели. Здравствуйте! А, не подскажете, вы учитель или кто? Тут же только учителя живут. Мы тут заблудились немного и книги какие-то находим. Математика, история, что нам с ними делать? Да, подскажите, что нам теперь делать-то вообще? Выйди и зайди нормально. А куда выйти-то? Куда зайти? О чем вы? Мужик... Куда, я тебе говорю, что нам с книгами эти делать, куда нам выходить, куда нам заходить обратно? А голову ты дома не забыл? Слушай, мужик, у нас вроде у обоих голова на месте, ты чё несёшь, а? Я что-то вообще не понимаю, просто скажи нам, что нам делать с книгами? Нам их, может, макулатуру сдать или чё? На, вот тебе кусок мяса, может быть, я не знаю. Пока ты болел, в классе была идеальная тишина. Ну ты уже совсем охамел просто. Спасибо огромное за вашу бесполезную помощь. Как-то дальше мы разберемся сами. Пошли нафиг отсюда от этого ненормального. Так, подожди. Он толково вообще ничего не сказал. Сказал то, что мы с тобой голову Опа, футбольное поле. Опачки. А что, может, поиграем, а? Раз тут такая тягомотина, какие-то учебники валяются. Подожди. Мужики странные. Все, в жопу вот эти учебники. Я их выкладываю вот это в свой портфель. Больше к ним мы не возвращаемся. Слушай, а я тебе говорил то, что у меня в школе любимый предмет это физкультура была. Но мне кажется, у всех любимый предмет это физкультура. Если здесь есть мячики, футбольное поле, значит, вот это школьный день сегодня удался у нас. Ну все, давай, я стою на ворота, ты мне давай пробивай. Я в школе, кстати, тоже футбол играла и на воротах стояла. Давай штангу пробивай, давай. Я тебе сейчас так пробью, сейчас тебе втащу просто по самой не хочу. Стой на ворот. Да стой ты на ворот, сейчас я тебе пенальку пробью. Стой там. Ну давай пробей. Попробуй, да стой ты там, сейчас, стой там. Смотри, короче, правый верхний угол. Сейчас тебе за сандалию вот прям туда. Давай лови, Катюшка. Давай. И отбиваем. Опа, и в левый угол, Ах ты. А что ты, это пенальти, я тебя обманул просто на раз-два. Тихо, идет кто-то. Мы просто мячик взяли потаскать, туда два раза ударили, здравствуйте, вот это. Спорт — это жизнь. Мы согласны, молодой человек, спорт — это жизнь, ЗОЖ там, все такое. Перец и Мясникова, быстро сделали 20 отжиманий. Не-не-не, я же девочка, там нам 14 давали отжиманий, не-не-не-не. Давайте без отжиманий, давайте лучше мы в футбол еще раз поиграем, вот мячик погоняем по полю, я хотя опять втащу в сандалию вот этого пенальти, если она хочет, конечно. Тогда 20 кругов вокруг стадиона, быстро. Ладно, все, побежали. Все, хорошо, давай, Катя, 20 кругов вокруг стадиона, давай, побежала, жопой шевели. Слушай, какой-то... А можно переодеться-то хотя бы в спортивную форму, а? У тебя есть спортивная форма, бегаем вот так. Слушай, у тебя тоже в школе вот этот физрук строгий был, а? Очень строгий, он нас прям дрессировал, можно сказать. А у нас вообще баба физручка была, поэтому не так все сложно было. Но она нас тоже дрюкала каждый день вот это на физкультуре. А какой это круг, третий или четвертый? Это первый только прошел. А давай ему скажем то, что мы уже 20 пробежали. Мне кажется, мы 20 кругов здесь вечность-то будем бегать. Слушай, давай. А все, мы пробежали уже 20 кругов. 20 кругов? Ответы просто. Мы в марафон в детстве бегали, мы быстро очень бегаем вокруг 20 кругов, вот это вот все. Слушай, а почему мы вообще ему подчиняемся? Кто он такой и кто мы? Почему мы сейчас вообще это сделали? Реально, мы что, как будто в школе учимся. Слушай, мужик, ты нас это не пудри, мы пойдем. Спасибо за разминку, пойдем. Оценка 5, но на двоих. Это что у нас получается? 2.5? Ну, спасибо и на этом, в принципе, вы очень щедрые. Держите хлебушек, покушайте, пошли. Ой, да вообще пофиг, какие у нас оценки сейчас вообще. Так, заходи в дом. Подожди, у нас уже физкультура была. Мы какого-то ненормального вот этого учителя встретили, который нам сказал, выйди, зайди обратно. Так, в сундуке что у нас находится? Книжка по биологии у нас сейчас. Ага, бери, забирай свой рюкзак ее. Ты же у нас носишь учебники. Так, 3 книги какие-то бесполезные нашли. Математика, история, вот это биология. Ну давай тогда, давай еще вот сюда запиндюхаемся. Нам, мне кажется, вот еще один сундук. Нам, мне кажется, надо просто все книги в городе собрать. Здесь у нас литература.
Да мы сейчас соберем все книги, просто отнесем их в библиотеку и на этом закончим. Слушай, да какую библиотеку? Мне кажется, мы их просто в макулатуру сдадим, да и все. Зато хотя бы баблишко поднимем, кстати, нет? Давай вот ту но сторону. Вообще-то за это деньги не дают. За макулатуру не дают? Я в детстве столько вот этих газет и журналов насдавал, я там пару гривен даже заработал. Так, давай ты в левый вот туда дом, а я вот сюда в кузницу зайду. О. Давай. Сюда подойди, тут учитель, я не хочу с ним наедине оставаться. Здравствуйте. За 30 лет преподавания вы худший класс. А вот обзываться-то давайте мы не будем, а? Спасибо, я такое в жизни уже раз 20-й слышу. Мне каждая училка вот это говорила. Так, еще одна книга — физика. Так, подожди, у нас с тобой уже 5 книг получается. Мне кажется, хватит, чтобы сдать это на макулатуру, не? Ну, в принципе, да, но мы пойдем, это хорошо, вы нас отпустите. Все, все, давай, пошли, Катя, выходи. Сели звонок для учителя. Мы очень рады за вас, хорошо, спасибо, давай, до свидания. Давай мы валим нафиг из этого дурдома так быстро, как только можно. А сейчас библиотеку-то надо найти, или макулатуру. Так, ну где мы еще не были, наверное, там это все есть. А ты сразу не заметила то, что здесь железные двери, и здесь какой-то код, замок и решетки на окнах? Может, и нам... камера вон, смотри. Да, может нам вот сюда внутрь? Ну точно, книги же это священные вещи, они должны храниться прям под запретом таким, сейчас, под охраной. Так, тогда давай ждем классуху или еще кого-то, сейчас кто-то придет, откроет нам кабинет, когда урок вот это зазвенит звонок. Да, давай ждем тогда. Опачки, а вот и звонок на урок. Так, ну сейчас должен прийти учитель. Все, ждем, и потом сразу же туда заходим и сдаем все на макулатуру. Опа! О, здравствуйте! Мы как раз вот это вас ждали! Рюкзаки оставляем, телефон надаем и заходим в класс, с собой только ручка. Да упаси тебя, Господь, такое услышать еще раз. Такое на ЕГЭ было, на всех экзаменах. Ну зачем? Не надо, пойдем так зайдем. Давайте, пропускайте нас, давайте. Ага, Катюха, давай запиндюхивайся внутрь. Опа! Так. Ой, это что у нас? Это класс, что ли? Слушайте, мы думали, это библиотека. Мы книги пришли сдать. Кто дежурный? Почему доска грязная? Ну, сегодня точно не я дежурный. Это вот он дежурный. Иди доску мой. Да я-то тут... Да я вообще никогда в жизни дежурным-то не был. Извините, мы книги пришли сдать. Мы не... Да, на макулатуру. На макулатуру. Сжечь их. Подготовились к контрольной. Все книги с собой взяли. Какой контрольный? А у нас сегодня контрольная? А я не знал, что у нас контрольная сегодня. А может, я не знал, потому что я не учусь в этой школе, что у нас контрольная? Откуда я могу знать, учитель? Да, вы все перепутали. Мы это... Открывайте книги и отвечайте на все вопросы. Слушай... Извини, мы посовещаемся быстренько, подойди сюда, Катя. Да, минутку на совещание. Слушай, хоть мы и в этой проклятой школе не учимся, но может бог Майнкрафта как раз таки хочет, чтобы мы прошли вот это задание, и тогда мы сможем из этой деревни выбраться, как думаешь? А, типа проверка на ум, мы сейчас должны вот эти вот книги открыть, а там, наверное, вопросы? Да, тогда мы будем сейчас отыгрывать свою роль, типа мы якобы учимся в этой школе, да? А, ну все, ну давай пойдем тогда садиться. Все, давай садись, да, давай садись на первую парту, я вот сажусь сюда. Все, хорошо, давай тогда книги, так, с чего начинаем, Катя? Давай с математики, да? У вас есть 2 минуты на подготовку, а, ну все, хорошо. Отлично, давай. Так, тогда давай сначала математику, потом у нас получается история, потом давай физика. Потом... Давай мне книги, да, поделим пополам. Держи. У меня 3, у тебя 2. Все. Угу, ага, отлично. Все. Тогда давай с математики, да, сразу же начинаем. Все, давай, фу. Ты первый. Что такое многочлен? Ну это легко, отвечай давай. Легко, что такое многочлен? Да, это очень легко. Это когда у одного человека есть один член, у другого 2, 2 + 3 получается 3, и получается много членов. А 3 это много, да? А 3 это много член, А зачем тебе идти, учитель? Это, типа, мы правильно ответили или неправильно? Не-не-не, по-моему, это означает, что мы неправильно. Так, тогда давай ты отвечай, что такое многочлен, я не знаю просто. Многочлен, это, ну, знаете, вот, ну, приставка много, это когда много. То есть мы сейчас выйдем на улицу, там у нас, вот, 1 член, 2 член, 3 член, 4 член, 5 член, 6, вот это, да?
Нет, неправильно. А сколько у нас попыток-то есть? И вы сейчас Так, многочлен, это если два разделить поровну, вычтить коэффициент многочленности, и получается 4 члена поделить на y дефис тире. Это точно должно быть правильно. Кать, у нас... А сколько у нас попыток? Скажите, пожалуйста, чтобы мы сейчас... Давай я сейчас попробую, давай. Я загугливаю, Давай, его отвлекаю, ты гугли, у тебя телефон с тобой? Да-да-да, все, давай, я могу ответить. Так, учитель? Екатерина отвечает, давайте. Значит, многочлен — это сумма. Сумма одночленов. То есть одночлены у нас состоят из многочленов, и их называют членами многочлена. Если многочлен состоит из двух членов, то такой многочлен называют двучленом. Например, многочлен X плюс Y является двучленом. Я правильно ответила, учитель? Ой, слушай, я, походу, правильно ответила. Слушай, Кать, ну ты настоящая гейниша. Ты откуда знала, что такое многочлен? Да я даже не помню, что это такое? Да не спрашивай, все. Отвечайте на второй вопрос. А, так, так, давай, читай. Математику я к чертовой бабушке выбрасываю вот это обратно. Так, второй вопрос у нас история. В каком году Петр Первый привез картошку? Какую? Картошку фри, что ли? В каком году первый Макдональдс открылся и там картошку фри делали? Ну ты это точно знаешь. В 1986 первый Макдональдс был открыт вроде в штате... Нет. Неправильно. Нет, так, твоя очередь угадывать. Слушай, ну, Петр Первый там где-то в 17 веке правил, да? Ну, где-то там, короче. Где-то там. 17 век, первая картошка. Нет. Я вспомнила. Ну, давай тогда рожай быстрее, если ты вспомнила. Все, я вспомнила, точно. Это было примерно в 1697 году, когда Петр Первый отправился в поездку в Голландию. Он-то попробовал картошку, ему понравилось, и он ее привез в Россию. Я вспомнила, точно. Первая картошка фри в Голландии! Голландская картошка фри в России! Правильно! Пронесло! Так, давай сразу третий вопрос. Физика, у нас физика! Так, физика, что такое эбонитовая палочка? Слушайте, учитель, это вы, походу, эбонитовый сегодня. Какая эбонитовая? Он сейчас оскорбил нас, в смысле эбонитовая? Это ты эбонитовый, это палка такая коричневая. В школе не терли, что ли? А эбонитовая палочка — это когда в школе трешь палочку об какой-то мех, и вырабатывается электричество, и поэтому ее эбонитовой называют. Да, правильно. Биология. Значит, да, я боюсь, биологию не очень хорошо знала. Что такое тычинка и пестик? Ой, ну это ты ответишь, это же легко. Ну, пестик — это, ну, пистолет, пестик, ну, типа, пиу-пиу, пестик, а тычинка... А тычинка — это тыкать. Тыкать, тычинка, пестик, это пистолет. Нет, Катя, у нас... Быстро, что такое тычинка и пестик? Ну, это женский... Женский организм и мужской организм. Тычинка и пестик, они сочетаются между собой. Это давно всем известно. Биология — это уже пройденная наука. Это цветочные вещи. Цветок. Тычинка и пестик — это цветки. Это женский цветок и мужской цветок. Органы человеческие цветочные. Прокатило. Я больше никогда не хочу возвращаться в школу. Это страшный сон. Выпустите нас. Все, спасибо огромное. Так, забирайте свои тинти, забирайте свои книги. Вот эти проклятые эбониты, вот эти тычинки, пестики. Вы выпускайте. Эбонитовые печеньки. Эбонитовые, да, ты выпускайте нас из этого класса, этого проклятого, давай. Выходите, учитель. Выходите. Поздравляем вас. Самый лучший класс. Поздравляем, самые лучшие ученики. Молодцы. Ну что происходит-то, ребята? А что вы сделали такого? Мы всего лишь контрольную написали. С чем вы нас поздравляете-то? Тебя спрашивают там. Чё спрашивают? Так, Эдуард Перец, вам слово. Что бы вы хотели сказать на прощание школе? Так, держи, это тебе, походу, один аттестат об окончании школы. Ого, а чё, так быстро можно было школу закончить? Одна контрольная, мы всю... Так, что я хочу сказать по поводу школы? Школа — это...
Это ад нафиг! Кто сейчас учится в школе? Берите, текайте оттуда так, как можно быстрее! Заберите свой аттестат, потерите сракостанцию им, если хотите! Пошли, Катя, нафиг отсюда! Бежим отсюда! Я не хочу возвращаться! Какая школа? Я хотел на макулатуру сдать вот эти учебники! Нас в школу просто запрягли какую-то! Могли бы денег подзаработать, а нам аттестаты эти дали ненужные! 50 рублей бы хотя бы! Да заберите свои аттестаты к чертовой бабушке! Идите нафиг вместо туалетной бумаги их поставьте! Нам не нужны эти аттестаты! Кать, в реку прыгай! Все, переплываем и уходим! Ну, дебилы.